если он начнет бабахнет, да? То в Америке капец почти все. Но мы поможем. Мы поможем. Наши два парня, это не анекдот, это все по-настоящему. Два случая. Наши два парня в Америке выпьют. Они же тоже стоят турникеты, они тоже карточку прикладываешь и все. Они что сделали? Они эти карточки положили сюда. В шапочке было по зиме. Даже женщина сидит смотрит. А один подходит, перекрестился. Они карточки. А женщина. Это русский. Парни останавливают. А вот полицейский ее спрашивает на раз. А он подает нам удостоверение. Она тут фотографии. Но полицейский спрашивает. Вот. Ну, например, Смоленской области. А что у вас фотографии? А я говорю, Смоленской области, там полицейский, мы все друг друга знали лицо. Фотографии есть. Фотографии не нужны. Да. Интересно.